В фойе Дома гражданских обрядов счастливые родители, бабушки и даже прадедушки. Но главный герой дня – маленькая Василиса, уютно расположившаяся на маминых руках под многочисленными взглядами и вспышками фотоаппаратов. В День защиты детей малышка получила свидетельство о рождении, свой первый и пока самый важный документ в жизни, с которым девочка пойдет в детский сад, школу, будет получать паспорт. Родители пока не готовы делиться личной историей перед камерой, но прадедушку большой семьи чувствуют. Чувства и эмоции переполняют. У меня в жизни никогда не было ни дедушки, ни тем более прадедушки, ни по линии матери, ни по линии отца. А вот я сам докатился до прадеда. Дважды прадед. Время сейчас такое как раз для молодежи, для их талантов, для того, чтобы они могли проявить себя. И что там такое останавливаться на двух правнуках? Надо еще третью, надо увеличивать демографию нашей страны. Принято считать, что семья зарождается в ЗАГСе официально, и все вехи семейных историй фиксируются тоже здесь. В честь регистрации еще одного нового гражданина Беларуси, маленького Дамира, звучали трогательные слова поздравлений и пожеланий. Никогда не остаются в стороне от таких трогательных и добрых мероприятий представители Главного управления юстиции Брестского облсполкома и Брестской областной нотариальной палаты. Нет ничего важнее и главнее, чем дети. Поэтому мы же ежегодно празднуем этот праздник, чтобы этого не забывать. Хочется, чтобы каждый ребенок был здоров, окружен вниманием родных и близких, чтобы родители заботились и берегли детей. И родителям тоже терпение, воспитание детей, заботы и доброты. Ну а мы, как всегда, окажемся рядом. Обратить внимание на детей, на основу нашего государства, на самую главную ценность каждой семьи в отдельности и государства в целом. В этом году уже 1688 маленьких брестчан получили свои главные документы. В Бресте по-прежнему рождаются больше мальчиков, чем девочек. А это значит, что на всех девчонок в будущем хватит кавалеров. У нас мальчики лидируют. Не намного, но мальчики лидируют. Вот за прошлый год у нас было в городе Бресте зарегистрировано на 40 мальчиков больше, чем девочек. Самыми популярными именами остаются Артем, Никита и Александр. Среди прекрасной половины человечества – Ксения, Анастасия, София и Анна.